Добрый день, друзья! Рада приветствовать вас на своем канале Inna's Life in UK. Сегодня мы проезжали мимо магазина Lidl. Давно мы здесь не были и решили заехать. Ну и возьмем вас заодно посмотреть и сравнить цены. Такие магазины есть по всей Европе, также в Америке. Может быть, вам будет интересно сравнить цены в ваших магазинах. Как всегда, отдел со свежей выпечкой, круассаны, булочки. Вот такие цены. Простые круассаны 49 пенсов, 59. Булочки по 59, пончики 35 пенсов, 69 шоколадом. Здесь же они сразу пекут и продают. Большие французские булки по 95. Свежие булочки. Очень нравится эта выпечка. Она всегда свежая, вкусная. Недорогая. Здесь у нас фрукты, овощи. Здесь выложены по акциям. Есть викторины по акциям, есть маленькие апельсинчики, бананы. Получается одна штучка по 19 пенсов. Продаются как фасованные, так и уже поштучно можно купить. Ой, какие красивые, спелые. Обычно в магазинах в Англии продают все немного недозрелое. И ну, обычно покупаются и хранится дома пару дней, тогда уже можно их кушать. Все, что перезрело, считается уже не кондицией. Манго, сливы. Дыни. Помело. Хлеб обычный, хлеб, как и в других магазинах. И цены примерно такие же. И такой же хлеб, как мы брали в Алди, 79 пенсов. В Алди, по-моему, он был 72. Здесь у нас опять фрукты, овощи. Здесь будут фрукты, дыни, дыньки. Красивые. По-моему, это испанские арбузики. Я не вижу цен, подождите. Один арбузик такой стоит 3 фунта и 9 пенсов. А дыни по фунт 69. Ну, как всегда, лимоны, апельсины. Мандаринчики, клементины, грейпфруты. Различные груши, как импортные, так и английские. Это конференция английские груши. Вот их цены. Конференция стоит кулечек фунт 49. Тут у нас ягоды. Блуберис, это голубика. Малина. Клубника. Есть черешня. Черешня. Такая вот баночка стоит 3 фунта 79. Сейчас не сезон. Черешня всегда дорогая. Различный виноград, темный виноград по фунт 75 за баночку, акция. Дальше у нас идет различная зелень, уже упакованная, готовая к употреблению, смесь различных салатов. Цены у них от 80 пенсов до фунта.
шпинат. Грибы. Такой большой пакет шампиньонов. Здесь у нас 650 грамм, стоит 1,55 фунта. Огромное количество различных яблок, как привозных импортных, так и английских. Вот эти, к примеру, английские яблоки. Здесь импортные. И цены. Обычно они у нас фасуются поштучно. 6 штук, вот 1,29 фунта. Примерно такие же цены, как и в Aldi. Pink Lady. Очень вкусные яблоки. Они всегда дороже. Цена у них. Так, я не вижу цену на Pink Lady. Но они всегда больше 2 фунтов стоят. Также есть большие упаковки яблок. Здесь у нас 2 килограмма. И стоят они такие яблоки. 2,79. Тут у нас различные салаты, сельдерей, огурцы. И вот такие цены на них. Тут у нас помидорки, перцы. Помидоры разных видов, и цены у них разные. Вот такой перец, кулечек. Тут 7 штучек небольших. Где-то, наверное, грамм. Стоит он, нет, здесь больше, да, килограмм стоит 2 фунта, здесь грамм 600, стоит 1,20 фунта. Такой длинный перец, сладкий, стоит 1,49 фунта. Всегда есть различная зелень, тут у нас и базилик, и петрушка, и в горшочках. И в кулечках мята. Вот такие цены. Есть редис уже 57 пенсов за кулечек. Здесь у нас мясные продукты, холодные полки. Вот красные этикетки, это у нас по акции. Говядина в Англии дорогая. Но зато очень вкусная. Можете посмотреть цены. Тут у нас фарш. Есть и свиной, и говяжий, и бывает баранина. Дальше там будет еще и с птицей, и с индюшки. Вот можете посмотреть цены. Пачки здесь небольшие. Не вижу я. А, 1 килограмм, да. Чем мне нравится, что очень большой выбор именно фарша по жирности. Можно взять как более жирный фарш, так и обезжиренный. Вот свиной дешевый фарш, 3,49 за килограмм. Вот стейки, это шея или плечо, стоит 44,79. Пожалуй, такую пачку мы сегодня купим. Куриная грудка, большие упаковки по 9,49. Здесь, по-моему, 2 килограмма. Килограмм 5,93 написано. Крылышки дешевые, 1,99 фунта. Тут у нас курица и куриный фарш. Вот цены. Как я говорила, видите, например, это турки, индюшатина, 2% жирности, и есть 7% жирности. Обычно подороже вот этот нежирный. Вот куриные ножки 2,09 за килограмм.
были ляшечки, а вот это вот ножки. 2,59. Дальше у нас выпад. Тут сосиски. Различные сосиски. Сосиски английские отличаются от европейских. Они скорее похожи вот на такие тонкие купаты. Различный бекон, уже порезанный, соленый, подкопченый. Тоже отличается от нашего бекона. Его чаще поджаривают вместе с яйцами на завтраке. Ребрышки, упаковка 4,69, 4,29, разных вкусов. Здесь различные пироги, которые нужно только разогреть, пиццы, полуфабрикаты. Кому интересно, цены можете посмотреть, установить, готовые уже блюда, которые требуют только разогрева. Здесь у нас опять же бекон, который уже идет на бутерброды. Вы видите, да, примерно какой бекон в Англии. Он отличается от нашего бекона. Пачечки здесь небольшие, поэтому и цены такие. Он 25 килограмм. Здесь 100 грамм. Килограмм, значит, стоит 12,50. Есть подешевле, есть подороже. Вот тоже это копченый хам. Но это и есть свинина типа бекона. Тут большая пачка стоит 99. Здесь у нас сыры, различные сыры чеддер. Это английский традиционный чеддер сыр. Бывает тоже разных видов. Ну и вот такие цены у него. 5 фунтов килограмм стоит. Есть натертые сыры для пиц, для блюд уже готовые. Можете также глянуть цены. Здесь различные йогурты. Йогурты как простые, так и ароматизированные, фруктовые. Вот такая большая литровая банка греческого йогурта стоит 1,65. Здесь у нас полочка с маслом, различные мягкие масла, ну я думаю, что это спреды скорее всего. Ну вот настоящее английское масло, здесь 250 грамм, фунт 99, по-моему, дороже, чем в Алде. Масло бывает как соленое, так и без соли. Также различное молоко в разных упаковках. Есть в больших совсем упаковках, есть поменьше. Ну, поменьше, конечно, и дороже стоит. Мы обычно берем вот такое молоко. Здесь 2 литра и почти 300 грамм. Стоит оно 65 фунтов. Это жирное молоко. Здесь жирности, по-моему, около 4%. Есть менее жирное, есть совсем обезжиренное, обычно в красных упаковочках. Также различные английские сливки и также не английские сливки. Вот, кстати, вот эти сливочки раньше были по фунту, теперь фунт 65, подорожали. Здесь у нас холодильники с замороженными пиццами. Пиццы тоже разные, можете посмотреть цены. Внизу у нас замороженные овощи, здесь картошка фри, тоже разная бывает. Замороженные овощи, горошек, килограмм стоит, фунт 10, здесь 900 грамм, по-моему, кукуруза.
капуста, цветная, брокколи, замороженная курица, различные снаки, наггетсы. Здесь у нас полочка с мороженым. О, смотрите, мы ко дню Валентина. Пицца, видите, печка. 2,49, тоже все это по акции, видите, красные этикеточки. Огромное количество различного мороженого. Мороженое в Англии не все дорогое, есть завозные, например, итальянское мороженое подороже, есть вот такие вот 6 штучек. Очень вкусное мороженое, нормальное, разных вкусов и недорогое, 89. К Пасхе уже различные яйца, Nestle, Cadbury. С различными наполнительными вкусами. Тут опять же целый отдел с различными сладостями, шоколадками, печеньями. Цены тоже, если захотите, можете остановить видео, посмотреть. Конфеты. Дальше у нас идут различные хлопья для завтрака. Хлопья недорогие. Масло. Масло оливковое. Масло простое. Цены находятся сверху, поэтому можете посмотреть на цены. Кстати, масло здесь дешевле, чем в магазинах. Здесь есть яйца. В последнее время была проблема с яйцами в Англии, так как был якобы птичий грипп, и дешевых яиц не было. Было даже в некоторых городах ограничение. 15 яиц стоит 1,79 фунта. Эти яйца немножко покрупнее, 10 штук, 1,69 фунта. Сахар подорожал. Сахар стоит 95 пенсов. Раньше он стоил у нас все время, наверное, на протяжении последних 4-5 лет, где-то около 60 пенсов. Здесь у нас картофель. Да, примерно такая же цена, как и в Алде. Тоже разный картофель. Красный. Желтый, белый. Такой совсем бэби. Маленький картофель. Тут килограмм. Стоит 99 пенсов. Большие упаковки. Лук. Макароны. Ну, наверное, на этом сегодня будет все. Кое-что мы купили для себя, то, что хотели. Я не буду делать обзор на то, что мы покупали. С вами буду сегодня прощаться. Всем спасибо за просмотр. Хорошего вам дня, мирного неба и до свидания.